Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу о возможности попасть на выставку в Великобритании. То есть сегодня будет видео посвящено художникам. Если вы являетесь художником и темы выставок вам интересны, не забудьте подписаться на этот канал Полли, если вы еще не подписались. Если мое видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, внизу под видео находится ссылочка, по которой вы можете пройти, прочитать полные правила, поучаствовать, если вам все подходит и нравится. Я вам сейчас вкратце расскажу. Называется это мероприятие премия BAS Open Art Prize. Поучаствовать можно до 8 сентября этого года. Участие платное. Взнос 22 фунта стерлинга за одну работу или 33 фунта стерлингов за три работы. Указано, что можно использовать любую среду. Я так понимаю, что любые краски, которыми вы рисуете, пишете. Выставка будет с 10 по 26 октября в Великобритании. 22 сентября проинформируют об отборе, кто прошел, кто не прошел. Также там будут призы. Первое место 500 фунтов стерлингов, второе место 250 фунтов стерлингов. И еще будет выбор зрителей, ваучер на 50 фунтов стерлингов. Я, скорее всего, ничего не успею нарисовать до 8 сентября, потому что я пишу маслом преимущественно. И я предпочитаю на конкурсы рисовать новые работы. Но, может быть, вы захотите поучаствовать. Здесь реально есть шанс попасть на выставку. Вот, конечно, у меня много картин, но все-таки, знаете, на конкурсы, на какие-то новые мероприятия хочется что-то новое рисовать. И я вообще, когда рисую на конкурсы, я очень стараюсь, выкладываюсь. Вот, для меня это как бы целое дело такое очень важное, ответственное. Поэтому какую попало картину я не хочу предлагать. Вот. Но всем, кто будет участвовать, я желаю удачи. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного мероприятия, данной выставки. Будете ли вы пробовать туда попасть? Благодарю всех за просмотр. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!